Россельхознадзор начал масштабные проверки земель сельскохозяйственного назначения. Специалисты берут пробы почвы в различных районах области, чтобы впоследствии отправить их на исследование в лабораторию Нижегородского референтного центра. Там пробы проверят на плодородие и загрязненность опасными химическими веществами. До конца лета запланировано взять свыше 600 почвенных проб с площади более 5000 гектаров. По итогам мониторинга будут приняты меры. Привлекаются к административной ответственности нарушители, должностными лицами управления выдаются предписания, которые находятся на контроле должностных лиц. По загрязнениям также, если мы в ходе проверок контрольно-надзорных мероприятий выявляем загрязнение почвы, то нами то же самое привлекается к административной ответственности, выдаем также самое предписание, которое находится на контроле. Ну и основной целью это является, значит, в случае установления особенно загрязнения, предпринять все меры для локализации этого загрязнения.